Всем привет! В этом ролике я расскажу простое, но эффективное упражнение для улучшения качества вашего дыхания. Готовы? Тогда поехали! Прежде чем начать, я напомню, что Дом музыканта — это не только видеоуроки, но еще и клуб. Участники клуба получают доступ к нашим видеокурсам, веб-приложению с распевками и базе знаний. Любители и профессионалы со всего мира участвуют в нашем клубе. Присоединяйтесь, ссылка в описании профиля. Упражнение, которое я вам покажу в практике йоги, называется Уджайи. В пении мы привыкли вдыхать свободно. С помощью Уджайи мы будем вдыхать с усилием. Это поможет прочувствовать глубину процесса. Прежде чем выполнять упражнение, примите правильное положение с ровной спиной. Сделайте вдох, сближая друг к другу голосовые складки, как будто с усилием. Во время вдоха вы сможете услышать характерный, немного хриплый звук. Если этот звук вам непонятен, то вспомните эмоцию, когда вы чему-то удивились. При этом вы можете вдыхать и выдыхать через нос и рот одновременно. Попробуйте сделать небольшую остановку после вдоха и далее точно так же выдохнуть. Обратите внимание на ваши плечи, они не должны подниматься. Вот так неправильно. В процессе этого вдоха наблюдайте за своим телом. Оно как бы должно раскрываться. Даже могут побежать мурашки. Значит, вы все делаете правильно. Если вы чувствуете какие-то зажимы, то попробуйте сменить положение. Встать или сесть. Следите за тем, чтобы плечи не поднимались, шея была расслаблена. Если вы применяете его перед занятиями, то оно хорошо разогревает голос. Если у вас какие-то стрессовые ситуации, то это упражнение позволит вам расслабиться. Друзья, я рада, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и пока-пока!